Сегодня я решил рассказать о лучшем хостинге, который я использую для своих сайтов, так как я давно уже занимаюсь интернет-заработками, где-то 6 лет, уже 7 пошел, то я могу порекомендовать самый главный и лучший браузер, то есть хостинг, который я нашел и использую, это Beget. Плюсами данного хостинга является, во-первых, цена, во-вторых, качество работы, то есть он реально очень качественный. Плюс опций очень много. Вы получаете домен в подарок при регистрации. Вы получаете месяц бесплатной работы на хостинге. Также партнерская программа позволяет вам зарабатывать больше денег, чем у других хостингов. В данном случае вы получаете за первые два пополнения до 40% от пополнений того человека, которого вы привлекли. Это позволяет получить дополнительные средства, к примеру, при разработке сайта на заказ. Давайте представим, что к вам пришел заказчик и пытается купить у вас сайт. Вы ему предлагаете вот этот хостинг, он его оплачивает на год. Вы получаете, к примеру, если он заплатил за самый дешевый хостинг, это 1000 рублей в год, то вы получаете почти 400 рублей сразу за сайт уже дополнительно на свой хостинг. Также вы сможете эти деньги выводить, если подпишете договор с Бигетом. Вот. Также на хостинге есть бесплатная версия хостинга, имейте это в виду. Есть так называемый FreeBeget. Он, конечно, работает не идеально, но если вы ищете бесплатный хостинг, то в принципе для каких-то задач этого вам хватит. Самый простенький сайтик сделать, потренироваться, что-то сделать. А также есть тарифы различные, такие как там блог, например. То есть очень простенький, вот, например, блог есть, тариф. А как найти бесплатный? Вот я не знаю, насчет бесплатного хостинга, может быть, на главной странице у них и не написано. Но я знаю, что он есть. Вот, бесплатный хостинг. Если поискать, то вы найдете бесплатный хостинг на Бигете. Регистрируйтесь, получаете вот такую вот возможность. Один сайт, даже базы данных можно прикручивать. Есть PHP. То есть, в принципе, все, что нужно для работы сайта. Вот. Ну, конечно, может быть, работать будет не так шустро и мощности будет не хватать, если у вас будет серьезный сайт уже, то есть будет рост. Но вы сможете перейти на более дорогой тариф. Также есть поддержка техническая, которая работает реально 24/7. То есть вы написали, вам буквально быстро написали. Вот, месяц на тестирование, я говорил. Скидки бывают при оплате за год. Подарки бывают. Также бесплатный перенос сайтов, конечно. Огромное количество пресетов уже готовых сборок CMS, систем управления сайтами. Я обычно на WordPress делаю сайты. Вот. И как вы видите, вот блог, например, 2 сайта, старт это 5 сайтов, и цена, кстати, довольно-таки приемлемая. Вот. И чем больше вы, соответственно, платите, тем больше сайтов можете разместить. И за 400 рублей 25 сайтов, мне кажется, это идеальная вообще ценовая политика у данной компании. Здесь бесплатный CSS, вы можете подключить его. Вот, вам помогут его настроить, возможно, там за какие-то деньги. Я еще не сертификаты не подключал. Вот. Внутри хостинг выглядит вот так. Сейчас я зайду. Так, вот я зашел. Внутри он выглядит идеально вообще. В плане, как вы видите, внешний вид хостинга не такой, как у DirectCP, там панелей различных, DirectAdmin'ов. Здесь у хостинга удобный интерфейс. Вы можете управлять доменами, сайтами, базами, бэкапами и так далее. Настроить гибкую настройку сделать. Тут можно настраивать, вот, изменить. А, ну это персональные данные. Вы можете изменить
настройки самого хостинга под себя, то есть увеличить место, память и так далее. То есть посмотреть статистику нагрузок, вот, посмотреть, много ли нагружается. У вас вот предел нагрузки тут можно выставить, увеличить лимиты по нагрузке. Вот, пожалуйста, можно отредактировать собственные, так сказать, тариф и получить более гибкие настройки по цене. Вот у меня получается 6 рублей в день я отдаю за хостинг, 180 рублей в месяц. Вот, я могу это все менять. То есть, например, количество сайтов увеличивается, вот чуть-чуть увеличится цена и так далее. То есть очень удобный хостинг с отличными настройками, с партнерской программой шикарной. Я очень сильно вам рекомендую его использовать. Если вы хотите попробовать, то ссылка будет в описании. Надеюсь, это видео было кому-то полезно. Спасибо за внимание.